Об этом, наверное, не стоит говорить, но раз пошла такая свадьба. Дело в том, что в моей жизни так случилось, что я попал на очень сложную операцию. Вот. Мне делали операцию на сердце, это называется шунтирование. Да ладно. Это когда из ноги твоей от пятки до бедра вырезают вот такую вену твою, потом тебя пилят пилою, раздирают вот так вот, как курицу, пополам, останавливают сердце на 5 часов и пришивают 3 шунта. Вот, то есть из этой вены. А потом из 10 у двоих сердце заводится, у 8 нет. Я попал в эту двойку счастливчиков. И теперь я живу на белом свете. Вот. И все это было, что самое интересное, в той больнице, где я написал это стихотворение до этого. Оно называется «Больничное». «Покрыты мхом и пылью кирпичи, больничный сад, больничный голубь пестрый, больничные деревья, как врачи, больничные березы, как медсестры. На сцене жизни скучный водевиль, больничная палата номер 8, и плакальщица речка Акервиль встречает половодьем нынче осень. По капельницам водосточных труб с утра течет целебная микстура. У неба 37 температура, и слабый пульс, и жар, а ветер груб. И я пылаю, как огонь в печи, я весь насквозь респираторно острый. Меня спасут больничные врачи и белые березонки медсестры.